Установка SNPC на Epson Colorio EP806. Поставьте чернильные емкости SNPC справа от многофункционального устройства. Подключите устройство к электросети и включите его. Поднимите блок сканера. После того, как каретка окажется в положении замены картриджей, отключите МФУ от электросети, вытащив шнур питания. Вставьте блок картриджей в каретку и надавите на них до характерного щелчка. Проверьте соответствие порядка цветов на блоке картриджей и цветовой наклейке. Установите держатель шлейфа в отверстие датчика открытия блока сканера и закрепите в нем чернильный шлейф. Передвиньте каретку сначала в крайнее левое, а затем в крайнее правое положение, проверяя, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки. При необходимости отрегулируйте длину шлейфа. Откройте маленькие пробки из отверстий на резервуаре с чернилами. Закройте блок сканера. Подключите печатающее устройство к сети и включите его. Если на экране появится сообщение о необходимости замены картриджей, поднимите блок сканера и извлеките держатель, блокирующий датчик открытия. Придерживайте держатель при движении каретки. Когда каретка окажется в положении замены картриджа, нажмите кнопку обнуления на каждом картридже. Установите держатель в отверстие датчика открытия и закройте блок сканера. Печатаем тест DIOS. Пролистайте меню на дисплее и выберите иконку Setup. Выберите пункт Maintenance, затем Nulls Check. Нажмите кнопку подтверждения. Хорошей вам печати!